Привет, мужики! А у нас зима. Пришла зима. Вчера дождь, сегодня снег. На ночь опять вроде дождь обещают. Вот есть на мазе один огромнейший минус в такую вот погоду. Как только снег или чуть ниже нуля, замерзает дворник. И здесь лобовое стекло кривое. Вот мой дворник, а тут внизу ровно идет. А когда поднимается стекло, вот так вот, ну, как вам сказать, снизу кверху немного загнутое. И вот как раз по траектории моей морды он ни хрена не чистит. Новый дворник, старый, ему все равно. Бескаркасный я когда-то купил, но он не подходит. Тут сильно загнутая вот так вот крючком тяга. Не могу показывать, эту рулюю. И он, короче, ну, не подходит. Этот бескаркасник обычный. Не знаю, может, есть какие-то там на импортные фуры. Но я ходил, спрашивал, нету. Есть обычный бескаркасник, но он не подходит. Среднее стекло также, но оно чуть лучше трет. А вот то дальнее стекло, там наоборот, стекло внизу загнутое, а потом выравнивается, там вообще никогда не трет. Вообще никогда не трет. Если чуть мороз ударил, если чуть снежок, все, трандец называется, полный трандец. Вот так вот и едем. Шею согнули и вперед. Как? Не трет ни хрена. Вот сейчас остановлюсь, постучу по дворникам. Хватит буквально минуты на 2-3, потом опять замерзну. Оно все бы ничего, но течет, зараза, мешает смотреть. Вот такие вот дела. У нас зима пришла. Там вроде обещают потом дождь, потом вроде там к концу недели морозы что-то обещают. Короче, хрен просышь эту зиму. Башка трещит на погоду, блин, трандец. Вот у меня голова погоду чувствует капитально. Так что такие вот, мужики, у нас дела. Везем билеты, сегодня работы много. Будем, сегодня работаем. Ну, все, мужики, всем пока.